Новые контракты и деловые переговоры всех знаков зодиака 5 июля могут принести ошеломляющие результаты. Овны, новым днем вам необходимо избегать рискованных предприятий и сомнительных предложений. Действуйте хорошо знакомыми вам способами, не спорьте и не злитесь. Если ссора все-таки случилась, поговорите с человеком один на один. Откровенно расскажите о своих переживаниях. Тельцы, будьте внимательны к настроению ваших оппонентов. Выбирайте интересные для них темы, проявляйте дружелюбие. Так вы быстрее получите от них поддержку и одобрение своих идей. Это также поможет решить какие-то семейные вопросы, договориться с родными, найти удачное компромиссное решение. Близнецы, у вас впереди день сложный и напряженный. Приготовьтесь заниматься скучными или неприятными делами, решать головоломки. В трудных ситуациях 5 июля ищите поддержку у родных, больше разговаривайте с друзьями. Они подскажут верный путь или окажут практическую помощь. Проверяйте всю информацию. Раки, разговоры или обсуждения вам нужно проводить осторожно, контролируя свои слова. Если вы с чем-то не согласны, оперируйте фактами, ссылайтесь на мнение влиятельных людей. Делитесь с коллегами интересными идеями. Есть шанс, что вас поддержат и предложат выгодное сотрудничество. Львы, если у вас есть какой-то важный и сложный вопрос в отношениях с родными, то 5 июля хороший день, чтобы его обсудить и выяснить все недоговоренности. Вам нужно выслушать мнение противоположной стороны, обговорить все спорные моменты. Принятые решения будут иметь последствия. Девы, используйте свою интуицию, чтобы понять истинные мотивы поступков окружающих. Вы можете получить ответы на волнующие их вопросы, узнать какую-то важную информацию. Хороший день для планирования семейных дел или поездок, обсуждения общих проектов. Вечером выделите время на разговор. Весы. Вам много времени необходимо будет уделить бытовым вопросам. На работе сложные дела лучше перенести на другой день. Займитесь завершением старых задач, проверки и исправлению ошибок. Откровенный разговор с родными поможет выяснить все недоразумения, найти компромиссное решение. Скорпионы. Чтобы день прошел с наименьшими потерями, держите под контролем свои эмоции. Обдумывайте каждый свой ответ или действие. Резкие слова 5 июля могут обидеть близкого человека и испортить важные отношения. Поговорите с родными, поделитесь своими переживаниями. Стрельцы, у вас впереди подходящий день для рутинной знакомой работы. Звезды не рекомендуют начинать какие-то новые проекты или экспериментировать. Обращайте внимание на мелкие детали, на настроение вашего оппонента, на его намеки. Атмосфера в семье улучшится, если вы будете откровенны и вежливы. Козероги, возможно, окружающие что-то от вас скрывают или не говорят всей правды. Будьте внимательны в разговорах, улавливайте подтекст сказанного. Если в вашей паре есть какие-то сложные вопросы, то 5 июля хороший день для выяснения всех недоразумений и нормализации отношений с любимым человеком. Водолеи, вас ждет день интересный и загруженный делами. Звезды советуют не рисковать в делах. Действуйте своим обычным способом, не начинайте ничего серьезного. Какие-то важные разговоры или выяснения отношений также лучше перенести. Полезно провести вечер в уединении, отдохнуть и выспаться. Рыбы, для реализации всего задуманного вам нужно проявлять активность, демонстрировать свои лучшие деловые качества. Вам удастся находить компромиссы даже в сложных ситуациях. Воспользуйтесь этим и откровенно поговорите с людьми, с которыми у вас напряженные отношения. 5 июля всем знакам зодиака можно планировать и проводить конференции, семинары, встречи родственников и семейные праздники. Звезды знают, что говорят.